Алло, Вован. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Мы, короче, ездим, блядь, на катамаране и, сука, стреляем в зажигалку. Ну а зажигалки не будет? Братан, не будет подкурить? Так, слышь, головой не ударься в катамаран, ебать. Прыгай, какашка, блядь, и все, да? Охуительные условия для того, чтобы я прыгнул. Не прыгнешь, значит, натурал. Нахуй он такая соленая, блядь? Я еще не сорвал, ебать, он залазит, блядь, краб ебаный. Вопрос, я в географии долбоёб, что это за море, блядь, почему такое соленое? Чёрное, ебать. И мокрая, ебать. Да, кстати, дай Вов эту хуйню. Блять, ну нахуй. О, я уже привык. Нахуй, не умереть, может сдохнуть, блять. Как ты куришь эту хуйню? Бля, это на аватарку чисто, заснимайте, ребят. Красоты, ебать. Два алкаша, нахуй. Золото. Пойдем пешком. И это Миха, если что. Его зовут Михаил. Это Макс, это Саня, это... Как его зовут? Как тебя зовут? Сын братишкин. Я тоже не знаю, как его зовут. Он Версута лежит. Сука. Жидкое золото. Он типа ведет себя как гей, но он нихуя не гей. То, что тебя по жопе шлепают, это ничего такого, это нормально для мужиков. Сначала ты бьешь по жопе, потом тебе бьют ебало. Запомните. Да, вон Бродвей, короче, мы вот тут отточилим. Но если бы тут было на правах рекламы, я бы был бы не против, чуваки. Вот. Миша, да? Миша, что ты хочешь? Водку. Водку. И на этом пока закончим. Не, нахуй, чачку, не чачку. Надо. Ты долбоёб? Да. Где? Какие геи? Серёга любит опытных. Ты гей. Я не буду пить чачку, блядь. Реально? Да, походу, тоже эти пататки пришли. Всё, ебать. Они молодые, что ли? Да. Саня, знаешь, чем мы сегодня в чате писали? Ты Таню дотрахнул уже? А? И он сейчас собирает заказывать. Блять, мудак, сам. Сам, будущая девушка. Ну я ебал. А ты мне, сука, изменял, да, блядь? Сладкий, я сегодня с тобой. Я бы тебя уебал, нахуй. Ой, еби! Я тебя ебал. Хотя бы завтра еду. Нет! Малая, если ты вдруг услышишь, иди нахуй отсюда. Короче, Боба должен Ксяше вот так показать. Ксяша! Давай! Нет! Тогда барбершоп! Мой рот не помойка. Тогда барбершоп! Ладно. Смотрите на его пальцы, ребят. Уважаемый придумал розыгрыш, но мы пока не знаем, как его реализовать. Держи на бабки. Парни, 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 парни. Ты чё за хуйня? Блядь, танцуй, заебал. Нет, иди нахуй. Вова, давай тверк. Давай, Вова, жестко, давайте, пацаны. Жестко, ёбанься. Где чатик, где чатик? Парни, где чатик? Давайте пачку за вас. Ебать, долбоёбы, что ли? Вы чё бухаете? Кто мозлит, кто мозгляет? Я не встаю. Только на плечи. Короче, знаете, что рофлил, блядь? Вот этот борода, типа? Вот этот, да? Мне чел пишет. А, чел пишет, Вовка нахуярился. Да. Это я. Видите, моноброви нет, чего вы доебались? Я не знаю, заебался. Все, по-мужски наливать. Все, хватит. Че ты пошел уже? Вова, ты не будешь? Да я уже нахуярен. Я сосуху. А мне? Ты закурил. Я.
мне уже похуй. Это пиздец. Вова, это Александр. Пошли. Под это нельзя танцевать, это надо чилить. Блять, ты на Пашу посмотри нахуй, ему похуй. Ты им похуй, поче танцевать. Да. Вова, пошел. Блять, была бы ты девочка, я бы тебя пригласил на танец. О, блядь. Там тёлки, блядь, Вова, там тёлки, давай. Чётко меня девочки не интересуют. Не будь вафелькой, так я в жопу дал. Блядь, пиздец, балаха, нахуй. Я понимаю, я ебать, но девки вдвоем танцуют, блядь. Смотри, они медляк вдвоем хуярят, идите. Короче, я заказал медляк по ее просьбе. Но я не хочу лезть, и вдруг она с кем-то тут, нахуй. Никто не хочет потанцевать. Пойдем, да, пойдем, пойдем. Опа! Уважаемый, разошло СССР Туатара. Так, ты не пиццу давай, не хавай, блядь. Пизда, блядь, полилось. Ёб твою мать, нахуй. Просто вот, ребят, как вообще нахуй такой, как я, блядь, может у кого-то номер стрянуть, блядь. Ну посмотрите, блядь. Давай про ГДФБЕ скажи что-нибудь. Да ты заебал, малой. Что тебе про ГДФБЕ сказать? Как ее, Лена или Таня? Ее Маша зовут. Нет, у меня на нее глава. Лена. Лена? Да. Так если ты знаешь, нахуй ты пиздишь тогда. Я не знаю, это мне на ебать. Вот я ее не ебал, можешь попробовать. Блять, я с Москвы не дрочил, чуваки. Вот этот человек говорил то, что ебать X лучший нахуй рэпер. Блять, дебил косоголовый, блять. Он типа охуенно в КС играет, но он тупой, блять. Ты, блять, холодильник не мог открыть, нахуй. Китайский холодильник. Это, блять, у тебя голова китайская, блять. Не, ну типа мы его любим, но ты тупой, блять. Музыка летит за нами. Руки на голова. Да, блять. Ну, если б не калаш, меня бы здесь не было. Лысый, терпи, пишут. Можешь, в принципе, пойти нахуй. Давай, тебе, блядь, весь чат пишет, прыгай, какашка. Прыгай, какашка, пишут, смотри. Весь чат, прыгай, какашка. Кто проебет, тот купает. Раз, два, три. Ебой. Раз, два, три, нахуй. Между четвёрым скинут, кто второй туда. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай, ребят, видос, чтобы назывался на ютубе «Морские дьяволы». Что-то еще можете добавить, но чтоб «Морские так, дьяволы» все, слова Оскар были. Вовка, давай ближе подплывай. Там, ебать, там пишут, хуя пресс, ебать. Я тебе въебу, малая. Сяша, тебе бы тоже не помешало помыться. Бля, там нормальный хуй пишут. Да, это еще в холодном, пацан. Дядя, пошли искать 89-й лежак. Пойдем 89-й реально найдем. 26-й, 731-й, блядь. Не, мы не найдем. Вот он, боксер. Я пошел ссать всего лишь. Вот они два. А, он пошел держать. Ну, мы поддержим друг друга. Сяша, завидуй, молча. Это просто смешарик, нахуй, Васяж, блядь. Нет, это Михаил Круговой. Кого ты включаешь мне? Сэд, что это за хуйня? Который... В смысле хуйня? Ты хуйня, понял? Михалый! Михалый! Это когда лобок побрил, через 4 дня вот так вот чешешь его, такой, знаешь. Бля, Миш, так приятно, серьезно, ты не против? Чего, чачи? Не надо. Ксаша, ты мне дашь там? Если да, тогда я тут девочек даже трогать не буду. Лучше биться об скалы, чем сосать... писсуары, блядь. Я же вижу тут, вот в отличие от калаша по девочкам-то не хожу. Да уж, я секло ебаное. В какую, чё, блядь, какой раз ЕКЭ, по, чего, блядь, какого, чё ты пишешь, блядь, ебло? Черега, хуй соси! А вы чё, пивас берете? Мы кушать идем. Симпл кушать идет. Гость дает подсрачный халат. Саня, в ебальник бей, ебать. Да ладно, малая, я тебя в Питере выебать. А можно так, ты ее, а я тебя. Брат, я только за. Не, знаете, что я тут подумал? Можно и без Ксяши, кстати. Слышь, Сань, ты возбудишься на нее, а дрочить будешь в жопу мне, что ли, получается? Вы будете трахаться, я буду дрочить. Посвети, посвети. Минус один. Надо светить. Три, блядь. Вот она. Есть 5 рублей, пожалуйста. Пиздец. Он вчера 10 айфон покупал, сегодня попрошайничал. Я на все деньги купил, блин. Кредит на 28 лет. Кошель. Кошель? А у тебя какой, Вова, фамилия? Семеню. Семер везде съедет, блядь. А у тебя?
У меня Тидеев. Я осетин, ебать. Баклажанты, блядь. Ладно, минус один. Давай, спасибо, потусили, заебись. Мишань, сегодня триплечок у нас будет. Малой, ты куда? Нет, малого к нам заберем. Неси тогда мое пиво, блядь. Так, подержи, пожалуйста, стрим. Когда я свет включу. Так у малого есть, блядь. У меня тоже есть фонарь, ебать. Мало. У меня вообще лучший фонарь мало. У Миши там прожектор, ебать. Ой, ничего, посвети, блядь. У меня, блядь, телефон охотника, ебать. Ты долбоёб, блядь. Там кто-то бежал, ты раздавил. Ебать, что это? Хуя, добьём, ебать. Блядь, мудак. Пиздец, вот нахуя вы её убили, блядь? Тут библитум, блядь. Мы помогли этому кузнечику отправиться на тот свет без болезни. Твою дочку ебут нахуй. Быдло. Учат, Вова, цензурит твою дочку, учат где-нибудь. Быдло, быдло, ты несчастная. Да, Ксюша, иди нахуй уже, все, заебало. Хочешь шишку дать, давай, давай. Вот знаешь, почему я, Вова, не ношу трусы, блядь, на юге, блядь? Угу. Потому что мне сейчас натерло так очко, ебать. Потому что ты мою жопу видел, блядь. У меня жопа, как у тебя голова, блядь. Ну что, малой, блядь, ты нормально, блядь, крабика танцуешь? Нахуй ты обоссался, блядь. Я тебе говорю, у нас таджики все выбухали сегодня. Че ты ржешь, блядь, хуйло? Тоже все выбухал, блядь. Вот смотрите, вот он, который выебывался тем, что он купил себе iPhone 10, AirPods, да. Что теперь он кушает? Че? Сань. Вова, у нас есть даже запивон. Знаете то, что человек состоит на 90% из воды, да? Вот он состоит, блядь, на 90% из водки. Ну что, не правда, Миша? Это с формы. Миша, блядь, сюда приехал и каждый день бухал, блядь. Не пил 2 дня, заболел. А сейчас я опять здоров. Если на 80, то я был прав. А вот этот малой, он стал на 90. Там рюмки в шкафчике верхнем, доставай, разливай. Сейчас дедовщина будет. Упор лежа. Ой, 20 раз на руках и 10 на кулаках. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И на кулаки. А на колено встал, плюс 10. 1, 2, 3, 5. Пиздец, Вова ебет спайка просто. Вова показал его. Год тэквондо, короче, и 7 карате, и этот полтора года. Да, кстати, Вова в каратэшнике, блядь. И один прекрасный момент я запомнил на всю жизнь, блядь. Висела веревочка такая в зале. Я ее вот так специально прыгнул, тронул. Тренер заметил, что она трясется. Сказал, кто еще раз тронет, пизда, короче, будете 500 раз у меня хуярить всю тренировку, блядь, и бегать по кругу после этого с передышками, там, не знаю. Ну, на руках, естественно, без кулаков. Ну, бля, я долбоеб, я решил ва-банк пойти, опять прыгнул, он палит, короче, и все, пизда. Меня все тренировки хотели отпиздить. Ну, Ксюха, ебать, ты тут все парней нашла, блядь, все нахуй готовы уже. Ну, вот этот, ладно, он ГТФОБ любит, но... Он целиком в тебя влезет. Сука, пиздец, мы тут Вовика спиваем, блядь. Малой, пробил бы Танюхи? Конечно, да. Я не эксперт, но мне кажется, там пробито. У тебя. Кем? Не знаю. Тобой? Нет. Ну да, мной. Давай, пробуй, блядь, учись нам. В армию заберут, блядь, не сдашь ЕГЭ нам. Малой типа ебашит в КС, заебись. Чел пиздатый, но он ебать тупой, блядь. Вова, пойдем сюда, я тебе покажу, как он холодильник открывал. Короче, сходили мы в магаз, я ему говорю, малой, закинь типа висками холодильник. Вот здесь петля, прямо видно ее, да? Он стоит, блядь, нахуй, холодильник вот так. Я ему говорю, ты что, долбоеб, не с той стороны открываешь. Он говорит, как, стой, блядь, стой. Подхожу, ты что, долбоеб, и вот так вот. Ну, блядь, ну не тупой. Тупой. Знаешь, почему вы заставили сейчас его отжиматься? Он говорит, нам до моря 7 минут, блядь. Мы шли нахуй час, блядь. Я его хвалю, блядь. Но ему надо учить жизни, блядь. Кто сказал, что я, блядь, его унижаю, блядь? Иди нахуй. Встану, блядь. Вы ляжете нахуй. Блядь, Александр, нахуй. Успокойтесь. Александр Невский, наденьте очки, пожалуйста. Можете выебываться дальше. Вот так вот, ебать. Вот так вот, нахуй. Вот так вот, блядь. Вот так вот. Малой, давай поговорим про ФБЕ. А ну давай меня крупным планом. Почему ты покрасила волосы, Танюха? Танюха, в натуре, чё ты покрасила волосы, зайка моя? А у тебя шары есть где достать? Ты знаешь, какие там лобковые волосы? Братан. Там их нет, братан. И аккуратная попа, могу тебе сказать. Я вот так вот её... Пиздец, я же заебался пить, меня Вова спаивает, как тварь, блядь. Это я тебя спаю? Да пошел ты нахуй. Пиздец, ты вспомни, как я выебывался нахуй. 17 колумбой, ну блядь. Миниатюрка, я буду тебя имитировать. Давай. Спускаемся, блядь, по лестнице, Вова, счастливый, ебать. Нас спалили, Вова идет, да. Я выхожу, Вова вот так вот сидит. Я такого говорю, Вова, блядь, пошли. Вова встает и говорит, сука, пи***, бля, ебаные.
старая ебала. Она вообще должна в гробу лежать. 17 кратов майна, блядь. Я ее выебу. Имя нахуй. Имя, блядь. Имя нахуй. Имя, блядь. Дайте ей 17 кратов майна. Ебов, сука. Имя. Даша, выясни имя. Выебу Дашу. Она ее дочку выебу. Вова, ты себя некорректно ведешь. Вова сидит такой. Мне похуй. Я, говорит, скажу на стриме, ее найдешь на минуту. А потом, короче, он мне просто так уже сказал фамилию, чтобы я ебало завалил. Он такой, ну всю улицу, вот так поворачивается ко всем. Я знаю ее фамилию, ей пизда. Я помню, я вот так в ебало подхожу, я вот так прям к ней вот так встаю. Я до сих пор запомнил, я вот так встаю. Ну просто понимаете, потом, когда говорят, что я якобы пьяный ходил по девочкам маленьким в лагере, блять, в каюты к ним заходил. Какой-то... Так это пиздец, блять, это вообще нахуй, ну как вообще можно к этому? Это нормально вообще, нет? Там кто там все организовал и так далее. И говорит такая, вы объясняете, типа. Вот у нас, например, компы, компы, свобод... Да я, блять, ты мудак, что ли, ебаный? Алло, Вова. Пиздец, Миш, Миш, ты просто ходячий, блядь, мем. Я тебе отвечаю, я вот только тебя показываю, все, пошел лысый в чате уже. Вот нет, честно, Вова, ну, вот как относишься к смерти Икса? Да. Подожди, только поставь ту хуйню, а то ты как русская быдла выглядишь. Ну, честно, его жалко, в отличие от некоторых. Ты просто сидишь, допустим, чилишь, тебя просто расстреливают и все. Не потому что ты там ебать, накидался хуйни и сам просто выпилился, да? Типа, ну, такого просто нет уважения вообще. Ни под наркотиками, ни под алкоголем, по чем-то бы это ни было, это зашкварно. Миш, не хавай, Миш. А тут сколько жрали. Хуя ты гадза, блядь. Прикинь, я, короче, вот этой пробкой хотел закрыть, думаю, что не закрывается. Ну, как бы, знаешь, когда у тебя пипка, как у тебя, а дырка, как у ДФБ, ну, в принципе, вот так, вот так получается. Понял? Ну, это я аналогию с ФБ проводил. У меня нахуй начинается, блядь, я Годзилла просыпаюсь. Короче, максимально тихо все это делать. Да, тихо, ебаный. Ты да не понял. Сука, ебать, ты выдал нахуй. Только не прыгай. Блядь. Ебать, блядина ебаная. Хуй сосяля. А ты пить сюда слышишь, блядь. Давай, мобил. Нет, не дам. Давай сальтуху ебнем и побежим отсюда. Давай, Паш, можешь с разбегу, слышь? Прямо супероператор. Хуй. Сука, у меня все руки в траве, блядь. Смотри, только не брони полотенце. Не ссы, не отворачивай, бай, камеру. Давай. Шайба! Ёбаный ты, Обэма, блядь. Твою дочку где-то учат, блин, пока ты где-то там что-то. Что-то делаешь. Ты живешь там на каком-то континенте, ты нигде. Не знаю где, блин. Не знаю где, блин, реально. Быдло ты опущенное. Я вообще с этим кисонькой лягу, ебать. Кисонька, кисонька. Бля, заебал на. Пиздец, блядь, вот это чисто стримерский холодильник, блядь. Зато лежит 10-й айфон. Лучше смотри, вот это надо выкинуть. Кого, блядь, что долбоёб, блядь? Это овощи, долбоёб, блядь. Овощи у тебя в чате, а это приправа. А, блядь, ты опять не попал, давай нормально. Стой, стой. О, блядь. Бам-бам-бам, ля бомбина, сеньорита, ёб. Денис, посмотри на низ, ебать, как он веет, нахуй. Ну, Саня за собой не смывает, например, я могу сказать. Знаете, что, вот блядь. Этот пи***, говорит, то, что я за собой не смываю, он пиздобол, блядь, он сыт мимо туалета. Ну, у меня хуй заворачивается, я что, виноват, блядь? Блядь, он у меня не стоячий, когда я ссу. У меня вот куда-то вот, на ту хуйню я насывал, кстати, 3 раза, блядь, так что ее не трогать. Ты кто, нахуй? А ты кто, блядь? Я стример, а ты? А ты, блядь. А ты кто? А ты. А у тебя 17 камер. А что за свиноматка? Это твоя мама. Свиноматка, это мой саб. Которому подлизывают все сабы и пишут всякую хуйню всегда. Я сейчас просто испытываю ушной оргазм. Он сравним с тем, как ты дольше кончаешь. Ай, блядь, я в ухо седал. Целочку мою не обижать. Твоя свиноматка целочка или кто? Нет. Нужно уважение иметь. Миша спит, блядь. Спать пора, блядь. Танцуйте, ебать. Танцуйте, ебать. Давайте директ чекнем. Это одни малые, кстати. Есть порно голые? Потяни за палец. Блядь, сейчас будет контент, поехали.
А я вот в ВК не могу зайти, например. Так, это не тот. Сейчас третий надо. Блять, вообще мой попал. Охуеть, а куда она должна попадать, братан? Здравствуйте. Не понял. Вячеслав, залей мемы, пожалуйста. У меня телефона нет. Это давайте. Это давайте. Да мне похуй, а ты московская зажравшаяся залупа, блядь. Ой, блядь. Вот иди нахуй. Я не могу ничего понять. Там стрим работает, блядь, вообще нет. За баб с хуем. Блядь. Давай, конкретно, контрольную фразу, блядь. Пошел нахуй. Вова, на, держи свой стрим. Твои же работяги. Пошли вы нахуй. Чокаюсь с вами. За контент, пацаны. Лап. Миша, разберись. Чатик недоволен. Чем? Качеством стрима. Пошли их нахуй. Пошли их нахуй. На стрим, да, за Танюху. Давай с тобой. Понял. Так, чтобы справедливо. Против Тани? Нет. За Таню? Нет, кто выиграет тебе, Таня? Я буду принимать норматив. Чать, самым было. Сука, да хватит Стаса обижать, Миша. Дом, чатик говорит 32. Ай, Миша на ногу. Так, самый лучший официант с нами сейчас выпьет. Он получает штрафную рюмку от Михаила. Ай. А мне бонусную. Тебе тоже штрафную. Я его не понесу в лагерь. А да тормози. Мы его бросим. Да не надо. Так настоящий солдат всегда доберется до роты, ебать. Так, давайте за Россию, ебать. Уже. Покажи его. Покажи его. Покажу. Что? Покажи его. Покажи его. Сразу вырубаешься. Верни на него камеру. Только не надо бить. Ну тут чисто Миха всех спаивает. Штрафная. Ты в школе? Да ты что, серьезно? Он в моей школе обучения. Бей, сука. Стас, тормози. Стас, меняемся быстрее. Бей, сука. Нет, бей все или ты не прошел. Стас, блядь, Стас, нет. Ему до 18 нужно пройти полный курс моего обучения. Чисто. Где лысого в чат, брата, деда? Что нахуй? Стас, чат за тебя, братан, чатик. Они пишут, нет, мама. Мама пишет. Что это армейский человек, прошел закалку в Донбассе. Контуженный, как говорится, Михаил. Что за хуйня его? Ради вас, пацаны, потеет чатик. Да, я скоро поеду. Я не курю. Это вот, смотри, типичный зритель GTFO бое. Язычком должен ее любить. Ну-ка, покажи, как ты ее язычком любишь. Фу, блядь, и нахуй. Если мне дадут зав, значит я лох. Ну иди нахуй тогда. Короче, мы идем обратно, сейчас вы видите своего Вову, блядь, заебали нахуй. Тут саба дарят чисто. Вован, забирай себе. Я ухаживаю. Охотник в деле, говорится, хантер. Паша, никто не осмелится меня уебать. Он просто повернется спиной. Руки нам вниз. Давай, Паша. Руки вниз. Нихуя, ебать. Руки вниз. Пацаны. Раз. Сейчас вторую. Зажигалка. Сердечки надо показывать. Где вояж? Нет. Они отбили. Пора дать им лицо. Давай сюда. Ставь трех. Раз. Дай сюда, блядь. Сейчас вояж пойдет, брат. Опа! Давай, Мишаня. Мишаня, давай. Он, блядь. Чё ты меня снимаешь? Пошёл нахуй. В смысле, чё, блядь, а нахуй? Ты, блядь, на свой канал зашёл и, блядь, снимаю все другие, нахуй. Чё за хуйня? Да, правильно. Сань, ну не так упор, ебать. Куда пацаны, Бродвей, приезжайте. Блядь, пизда твоей карте, просто зря ты её показал, блядь. Блядь, такая хуйня подходит, блядь.
Сань, ты меня въебал сильно, у меня очко болит. Ну, лысая хуйня пьяная, блядь, ходит нахуй. Ну, а давай обнимашечки. Давай. А я, блядь, тебе потерся, тебе жирный, блядь. Ты и так жирный. Ну и ладно, хоть не сильно. Реально, добро, пошли. Давай. На тебе интереснее там? За ручку. Все, добро, добро, добро. Спойлерю, они нашли ежа, сейчас будут снимать. Вот ты, Миша, как обычно. Блин, ты чё его кидаешь? Блять, мудак, хоть поймал, блять, охуею. Все, тихо, не шевели его. Не пугайте. Все, тихо, пошел, пошел. Блять, у меня сейчас спид какой-то, блять, я чувствую, подхватил. Самый худший животное. Он переносчик спида, блять. Да, он переносчик всего, блять. Смотрите, красиво. Два зарядка? Сколько там? 20% зарядка осталось. Дай вот курить. Где? Красавчик ты. Что такое? Утю-тю. Ты видел, у него паутина? У тебя, блядь, на голове паутина. Ой, реально. Я, блядь, снимаю с тебя. Подожди. Блин, да слушай, что я хочу в Москву увезти, блядь. Ну так вот, тю-тю, блядь, нахуй. Я смотрю, он летит, блядь, вот так вот, нахуй, приземляется ему в руки. Мы зарядимся и пердолим настройку. Можешь помочь им. Ебать, там пиздец, нахуй, сука. Ох, ебать, там уебало парню, ёпта. Пойдем разнимать. Пойдем разнимать. Руку отпусти его. Отпусти. Спокойно. На драке. Разошлись. Все, разошлись, блядь, разные стороны, блядь. Так базара нет. Все по домам, блядь. Я ухожу. Давай, пока, брат. Мы, значит, втроем. А, ебать, сегодня контент будет, пизда, бля. Нет, мы кепку находили. Главное, на стриме делитесь только, а то забанят канал, ебать. Давайте. Фарту масти, ауе. Ауе. Миш, ты, блядь, в следующий раз про стрим меньше пизди, блядь. Потому что мне въебало прилетит еще, блядь. Ты не сын, Иван, я тебя защищу. Брат, брат, если мне въебало прилетит, я буду тоже пиздиться. Я разъебу, блядь, за тебя, ебать, любую, блядь, анапскую хуйню, ебать. Братан, спасибо, реально. Ну, смотри, блядь, мой внук может. Чувак, у меня три собаки, осел и конь. Заебал, блядь. Сука, ну ты ебнутый, Миш, я тебя в рот ебал, извини, конечно. Сука, еб твою мать, как вас на зарядку-то поставить? Сейчас. Миш, помоги, пожалуйста. Давай, штекер. Давай, давай. Штекер в штекер. Давай объединяться. Ты как знаешь, как целку, блядь, вставлять? Подожди, Миш, что за хуйня? Потому что ты не то, что ты крутишь. Нет, стоп. Давай, белый, давай. Штекер в штекер. Миш, что за хуйня? Нет. Ты нет, его нет, погнул, нахуй. Нет, это он его помню, Саня, блядь, погнул, блядь. Теперь стоп, нет. Дай белый. Мне, стоп, держи ровно. Давай. Белый снизу, белый сверху. Опа! Опа, мы объединились. Можно у вас остаться. Блять, Вась, ты бы знал, как эти носки мои вонют, блять. Сейчас, погодите, понюхаю. А кто это? Фу, блять, ебаный ебать. Напиши. Ой, нахуй, да. Фу, блять. Пойдем ноги мыть, кстати. О-о-о, ебать. Стой, надо шампуньки добавить. Давай шампунь. Тебе шампуньки как? И мне шампунь. Да выруби ты, я себе не налил. Подожди, давай, давай. Опа. Давай, ноги об ноги, ебать. Оп-оп, ебать. Вот так. Эротично. Че, помыли? Пошли. Пойдем. Так а нахуй ты наш стрим смотришь? Стрим снайпер, блядь. Алло, птенцы, Миха на связи. Надо руки помыть. У кого-нибудь есть номер Паши? Ну есть кого-нибудь номер, потому что он спиздил, блядь, эту хуйню, а нам надо пауэрбанк заряжать. Стоп. У кого-нибудь есть этот жжж? Первый вопрос. Нам нужен блок питания. Ну, нам нужна зарядка. Охуеть, серьезно? Ну, ты придумал, блядь. Лысого в чат. Надо взять зарядки, блядь. Дюни, меня снимаешь, блядь, как алкаш. Есть. О, пивас, смотри. Он выдохшийся, Вовч. Похож на мочу слона, по-любому. Фу, блядь, ебать. Ходя, он хочет что-то сказать, блядь. Вот, да. Миша, где зуб проебал, спрашивают. На войне, ебать. Я, кстати, так же зуб проебал. Тоже на войне? Нет. Миша, подвиньте, пожалуйста, там какой-то лох не помыл ноги. Блять, Миш, мы что-то хуёво помыли. На мои пахнут розами, ебать. Я прям чувствую аромат своих ног. Я предлагаю, что я предлагаю? Я предлагаю, отвечаю, нам поможет. Мы сейчас нам. Тихо. Внимание, заканчиваем стрим.
где-то 30 минут, и мы уже на стройке, блядь. Я подтверждаю всю информацию в данном случае. И согласен с предыдущим диктатором. Я согласен тоже с комментатором, моим соседями. Михаил, как вас по отчеству? Александрович. А Михаил Александровичем я согласен. Упердолим, вон, ну, там, на вот этот шерстный машинаш, блядь, да. Поняли. Миш, ты чё встал-то? Я готов к пути. Я, Миша и Паша идем, короче, на стройку, блядь. А я покажу вам, ребята, спецназ русской армии. Давайте изучать территорию сначала. О, так потемней. Давай потом заберем, я их сюда положу. Левый, правый, левый, правый. Ну вы дебилы. Давай ножку, ножку, Паш, за спецназ России. Блять. Вот давайте дадим ему второй шанс. Растафара, не ори, блять. Мне пришлось порезать руки, чтобы открыть этот забор. Ты реально порезал? Ну да, я гнул этот забор. Ты что, дурак, блять? Ногу, давай, перейди, давай. За маму, за папу. Путин прокладывает газопровод. Мы идем по болоту. Оно воняет, пиздец. Но мы идем. У нас нет страха. Мы как диверсанты. Там блокпост. Спецназ не боится. Там сидит охранник. Но мы идем. Покажи ноги. Ноги, босс. Смотрите, пацаны, привал. Тут мы покурим. Ничего не видно, я согласен. Но мы сели на лавочку. Миш, ну ты еблан конкретно, блядь. Давайте за мной, за мной. 15. Блядь, ебаный ебать. Ай, сука, репейник, блядь. Пиздец, что за хуйня? Блядь, за волосы, сука. Ай-яй-яй, ай, блядь. А, блядь. Фу, нахуй. Ай-яй-яй, блядь. Ай, блядь, ебаный. Волосы, сука, на ногах. Я ваш рот ебал. Мне больно, блядь. Опа, тихо, тачка. Давайте прячем нас в кусты, Ебать его в рот, блядь. Миша, давай быстрее, блядь, ты ебаный пидорас на тапках, блядь. Ебать. Да. Да, 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 блядь. Ай, блядь. Ай, 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 блядь. Ай, ай, сука, ай, блядь. Миш, ты дал, спустись, блядь. Чё? Смотри, давай, короче, посмотрим пути отхода, если что. Вот прям без рофлов сейчас. Туда залезь. Короче, туда гранату и бежим. Ебать, это первый годный контент на моем канале, блядь. Самый первый раз. Минус нога. О, лагерь. Дай сигу, пах, покурим. Дай сюда камеру. Дай камеру. О, суицид. Фу, бля. Сигаретку дайте. На краю обрыва, ебать. Не, так надо, чтобы внизу было видно. Вниз было видно. Сука. Паша. Короче, следующая хата вон та, если чё. Раз. Два. Три. Четыре, блядь. Стой, тихо. Куда мы выходим сейчас? На какую дорогу? Нахуй мы через забор перелазили? Потому что мы лезли как шпионы. Миша, ты чё, мудак? Давайте выйдем коня. Кс-кс. Конь. Миша. Тяни коня. Тяни коня. Блядь, иди нахуй, дурак, блядь. Отпусти, дурак, блядь. Отпусти, конь, нахуй. Ногу, пошли. Отпусти. Отпусти, мудил. Отпусти, Миша. Я веду коня с собой. Он тянет назад, смотри. Миша. Он не хочет. Тихо, заткнись. Заткнись. Смотри, отпусти. Думай. Отпусти, тихо, блядь. Покажи. Все, тихо, заткнись. Вот мудак, блядь, коня украл. Пошел коня, блядь, повел нахуй. Че за мудак, блядь? Ты бы поднялся вообще в рейтинг, если бы мы стримерскую его завели, короче, по через базу. Иди, ты нахуй, бы в рейтинге стал топ, ебать, один. Миш, благодаря тебе мы уже в рейтинге топ-1, блядь, брат, нахуй. Кого никто не мутил, блядь, как Миша, нахуй. Миша охуенный челик. Давай 5-5. Хоть ты и мудак. Ебать, мы вышли нахуй. Не помогли не лечь через ебаный забор. Слушай, тропинка к нашей хате. Прикиньте, открыта. А мы когда мы через забор, блядь, полезли. Ты бухой? Нет. Нет, говорит. Саня пишет, до меня дойдите, я выйду. Ну я пить хочу, если он воды нам вынесет, ебать. Ну после такого, братик, тебе обязаны просто даже... Я пить хочу. Тебе в рот дать, тебе в рот взять должны, понимаешь, просто такого. Еще пол бутылки я псил и поехал. Я, ебать, смотрел видосы, как они в ебало дают нахуй. Это они ньюфагом дают ебало. Ну как тёлку, короче, надо, коня как тёлку надо. Ну да, надо сначала, блядь, полоскать, потом выебать. Он твич, он модерация, она сразу, типа, видит, если чё. Они сразу, если ты сдох, блядь, полетел, они прям сразу... Ты не долетел до земли, уже банк. Уже банк. Нихуя, мы выжили, блядь, давайте 5 надо.
А? Хорошо, блядь. Трой. Вак. Я там грибок на ктейбу пишет. Блядь, это трусы в натуре, слышишь? Миш. Давай. Заберем с собой. Слышь, давай Сане подарим. Давайте Сане их подарим. Нахуй ты трусы трогаешь, блядь, вообще? Можно их реально Саньку подарить. Скажешь, что это твои. Он примет в дар по-любому. С ромашками, кому-то интересно? Смотри, я так вижу, там дохуя, короче, сложных заборов. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте тут, мне надо спецназа, пацаны. Последний раз. Пацаны. Да ты тупой, что ли, не лезь? Миш. Это мы на стрим спецназа. Не, у нас есть проходки, если что. Прикинь, через год приезжает к нам бухать, уже говорит 30к онлайн. Ну, видите, пивас. Пивас. Где пивас на балконе, это наш. Давай. Значит. Давай, брат, спецназ. Руку подавай. Ванна, я пойду, мне похуй. Надо ножки мыть. Давай шампунькой полей, да? Блять, я его для волос использую. Ты что, дурак, блять? Вот калаш этой жопы вытирает, ну. Коня, сука, начал гнать, блять. Сука, кому поверишь, блять, такую хуйню, блять? Миш, а? Ты где живешь? В Москве. Приедешь в Москву, на ХЗБ полезем, слышь? Пальчик. Хочешь пивчика? А что, он свежий еще или уже, блядь? Ну, он такой, с газами еще, довольно. Спасибо большое, Миш. Кто там нахуй? Осталось-то, блядь. Ну, Миш, ты охуенный. Спасибо большое. Пополам. Ну реально пополам, Миш. Ты в ту бутылку от пива харкал. В смысле, кто? Я, что ли, блядь? Мы ее допили, что ли? А я понял, что чувак пишет. Ну, я-то ладно, блядь. Миша-то что, блядь? Миша так въебал, нахуй. 90% бутылки Миша въебал. Ну, ему понравилось. Короче, блядь, мне его жалко с одной стороны, с другой. Да, он до этого, кстати, слил 70к, а потом что-то я хуй знает, что он сделал. Надо калаша дождаться, а потом вырубить, понял? Короче, я себе новую прическу думаю замутить скоро. Просто, блядь, ее вверх зачесывать и похуй. Лысую чисто. Стрит. Здорово, пацаны. А где мне сиськи в ЛС, я не понял, в Инстаграме. Пользуюсь случаем, кстати, передаю. А то и так девственником и останусь до конца жизни. Вы что, ёбнулись? Нельзя так. Надо, чтобы по тёлочке в каждом городе было. Ой, блядь, хорошо, чешусь. Ой. День. Заткнись. Заткнись, блядь. Пей воды, блядь. Да. Наверное. Привет. А вы что, упали? Вас, наверное, надо опять ремонтировать, да? А, блядь, это Саня же телефон, это не мое. Да, кстати, надо реально калашу позвонить. Блять, я калашу на его же телефон звоню и трансляцию с него веду, блядь. Я ему еще такой ору. Сань, ты даун ебаный, блядь. Ты можешь нахуй не звонить, блядь, на этот телефон. Ну что, рофлите, где мои тапки, блядь, теперь? Где я тапки свои забыл? Ай, блядь, я на стекло наступил. Все, может он на стуле на дексрейсере спит? Воробей кушать хочется. Куда полетел? Передас. Дебил ебаный, я твой хлеб сейчас спижу, понял? Вот так, чипсы твои возьму, так вот. Тринь. Все, минус голубь. Ты заебал. Эти трусы им 100 лет, блядь. Давай я тебе пульну, короче. Тю! Блин, ну нахуй их трогать вообще, нахуй. Вдруг там жопа, блядь, какая-то спидозная. Может, Саня коня волочит? Припаркует под окном, ебать. Не, есть подозрение, что Санька там с малым, блядь, прилег. У тебя есть малого номера? Миша, Миш, Мишка. Миш, конь встает, пиздец, Миш. Миш, конь бежит. Никто не спиздил еще, Миш. Миша сделал контент. Блять, ну ты на бухую башку конкретно, это пиздец. Я уже боюсь про то, что когда мы с вами вставали на перила, блять, я с вами в руках был. Что интересно было переживать, наверное, за стример, потому что, блять, мало ли что произойдет в реал тайме, блять, машина упадет нахуй. А Санька сейчас без, блять, всего, нахуй. Ебать. Да там. О, может вы дозвонить 7-915, это мой номер. Звоните туда. 7-915, все. Сейчас знаете что, идея пошла у меня какая-то. Сейчас, блядь, подзарядимся чуть-чуть. Пойдем нахуй в стримерскую, блядь. Так, да, вот зарядить надо чуть-чуть. И все.
Сейчас я посмотрю, сколько у вас зарядилось тут. 6%, блядь. Пока. Чемпионата нахуй, пацаны. Чемпионата нахуй. Мне пизда. Раз, два, три. Погнали. Ёбаный ты алкаш, блядь. Чё я алкаш, я просто опыт, ебать. Гучи-гянь, гучи-гянь, гучи-гянь. Гучи-гянь, 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 гучи-гянь. Блять, тут, сука, все старые, они вообще не шарят нахуй. Сейчас все вылезут, блядь. Пиздец, блядь, сколько народу, блядь. А на кучу них никто не выходит, блядь, ебанутся. Братишкин гейм, если ты тут видишь, это будет лучший концерт. Вот этот человек, он когда родился, у него капельница с пивасом уже. Давай. Быстро. Давай. Да. Блядь, да Миша, иди нахуй. Сука, лысый, блядь, ты заебал, бить. Все, он вкал уже, короче. Бля, вот это вообще нормально, в Nike. Блядь, и мамки тоже палят у нас. Пацаны, терпи, брат, пожалуйста. Вова опять пошел куда-то бухать. Простите, а вы все равно кальянный ходите? Наши тренера. Че? Давай, за Донбасс, говори, за Донбасс. Пошел нахуй. Давай, за Донбасс. Да за какой Донбасс? Давай за Путина. Бля, ну это, конечно, блондинка, лошадь, пиздец. Ну, нахуй ее. Вот самый красавец, ебать. Сегодня его буду ебать. Малой, скажи да. Я его буду ебать. Скажи да. Да? Нет. Да. Лысого в чат! Если бы Ксяша позвала к себе ебаться, а ты стримил, ты бы вырубал стрим и побежал к ней? Вот если бы ты рядом был. А что ты тоже? Мне похуй, я ставлю на подписок, то чем на тёлку. Ни одна женщина не стоит вашего онлайна, блядь. Это нет. Факт. Бля, Вовка вообще походу вкал. Как тут микрофон выключить? Я руку обоссал. Нет. Знаете, вот почему я с тёлками не общаюсь? Я не люблю с тёлками общаться. У меня все до единой женщины вызывают какое-то отвращение. Я не знаю, почему так. Бля, Сань, я тебя каждый день буду багреть за то, что ты меня, блядь, позвал в блядский лагерь проебать все деньги, которые у меня есть на Киеве, блядь. Реально, я вот тебя жму руку, блядь. Я вот еще, в отличие от Клаша, ни с кем не знаком. В плане, у меня что-то знакомство идет очень тяжело. То есть, блядь, надо сначала понять, что за человек, а потом уже, в принципе, с ним тусить. Вам не кажется, вот что я... Ну, правильно, неправильно? Я вот просто, понимаете, когда, допустим, приходит якобы мажор, а мы не мажоры, просто оставляют там по 20 тысяч кафешки каждый день. Блин, ну деньги легко приходят, легко уходят. Спасибо всем, кто донатит. Спасибо всем, кто подписывается, еще раз говорю, да? Вечно благодарен, потому что, блядь, если бы, чуваки, не вы, мы бы с Клашом сейчас просто не сидели, не чилили, в принципе, здесь. Блять, чуваки, блядь, вы меня сейчас растрогаете, нахуй, просто молчанием своим, нахуй. Спасибо вам всем. Я вот, например, с Твича не увожу, я вот себе планирую, например, автомобиль взять скоро. Если надо проблему с квартирой решить, я вам обещаю контент охуенный. Лесбиянки, ого, нихуя. Смотрите, видите? Вовочка, Вовочка-котик, Вовочка-котик. Смотрите, он уже руку убирает, все, блядь, он в натурала превращается. Да вы охуели, блядь, вы заебали нахуй, вы сами видели контингент тут? Нет, я здесь с 12 числа, понимаете, с 12, блядь. Я не могу пойти и подрочить, потому что, блядь, со мной всегда Вова, блядь. Я уже заебался, у меня уже сперматоксикоз начался, у меня яйца набухли, блядь. У меня яйца как кокосы уже, их срывать уже можно, блядь. А Вова ушел, все, вы видели, он с девочкой ушел. Вы видели, да? А Вова пришел, а девка где, блядь? А девку выебал. Выебал и убил, нахуй. Ты что, выебал ее и убил? Ты что, дурак, блядь? На пи*** отвечаю, блядь. На пи*** отвечаю, он постоянно Ксяше говорит. Всегда, блядь. Всегда и везде, блядь. Вова, давай честно, тебе нравится Ксяша? Всегда, да. Вот, видишь? Все, пиздец, блядь. Легко свел двух, блядь. Да ладно, блядь, ну это рофлы, блядь. Все это рофли, там я добавляю что-то себя. Короче, ребят, все, давайте. Сори, я оффуюсь. Нам пора уже, блядь. Здорово, пацаны. Где Калаш? А Калаш сейчас отправился в Амстердамчик. Давай, пошел. Давай тут. Да-да. Спускайся, Миш. Алло. Hello. А вы где? Yeah, I can do this. Can you open the door in my residence? Can you send Малой for me? Малой is dead, I think. Понял. Тас is dead, да? Блять, ну только не в Бродвей, я прошу вас, Христа ради, я там не могу уже бухать. Блять, я ни разу, чтобы вы знали, я с Москвы приехал, ни разу не подрочил, чтобы вы знали. Алло, дорогой, блять, а ну иди, блять, мне калитку открывай. Блять, то я через забор перелезу, блять. Все, пока. Are you from England or че, блять, не понял? Yes, England is my favorite country. А у тебя ключи есть в favorite country? Давай лезь через забор. Алло, мамин стример.
Да. I'm sitting on this place, my friend. Давай, сейчас посмотрим, на что ты смотришь. Так у тебя вспышки нету, блядь. Оп, Вова сломал ногу. Как бы. Давай двухметровый аватар, перелез, блядь. А ты можешь перепрыгнуть. Правильно, перелазить через забор. Ебать, вы что, забор погнули, нахуй сломали? Такому был не подготовлен. Погоди, то есть это ты меня, я тебя? Да. Ну ладно. Я в 2D, блядь. Ты в 3D, блядь, алё. Внимание, поехали. Трынь. Ты заебал. Иди нахуй. Миши нету сегодня, поэтому контент будет плохой, мне кажется. Вова, что значит 89? Не знаю. Короче, вот одна, вторая, найти насрать. Какой инстаграм? Сейчас, погоди. Вова! Это вот один инстаграм, там можно будет второй найти. Все, и подсказку дал, пацаны. Все, теперь будет проще. Блять, Вов, ты долбоеб. Да. Вова, ты ебнулся? Как закрыть? Вова! Закрыть, как инстаграм? Чё, всё, пизда, хэ. Не верит в Орду, прикиньте. Ещё смеялась, кстати, что мы стримеры какие-то там, поняла? Вова, ты уёб! Давайте, полетим. Давай катись, блядь. Давай прям максимальную скорость. Главное не упасть, блядь, мне нахуй. Да нормально, давай, максимально, давай прям разгоняйся, нахуй. Блядь! Тележку спиздили со смены, блядь, понял? Токийский дрифт, охуя. Долбоёб. Не, нихуя не трогайся. Да не трогай. Гандон. Да нет. Я чё, тебя озон, сука, ну отдай. Да, блядь, не трогай. Я не знаю, при ваших возможностях, Смотрите, нереальная тачка какая, ебать. Короче, Мишу, блядь, вот сюда вот пырнули примерно. Ему заново сшивали два пальца, потому что они отдельно лежали. Поэтому Миша всегда, когда дает 5, он вот так делает. Вот так у него с пальцами всегда. У него сухожилия были перерезаны. Блядь, когда-нибудь мы забудем этот ебаный Бродвей, но не сегодня. Здорово. Это самый охуенный кальянчик. Ебать, они там тусы реально. Блять, нам надо туда идти, Вова. Да. Блять, давайте поймем, откуда звук идет. Куда нам идти? Блять, там реально КПП? Да, вон. Блять. Тогда нам нужно искать другой вход. Смотри, если есть КПП, значит идет забор. Можно перелезть. Да, нам нужно к забору идти. Там какие-то геи выступают. Бля, нихуя не видно, но он перелез. Так, там Вовчик лезет, его не видно нихуя. А мы лезем на тусы. Все, мы больше ничего не делаем, девушка. Где кричат, мы туда идем, девушка. Мы слазим, пиздец. А, все разошлись, все, погнали назад. Опа, телка пиздатая. Хочу вон ту телку, блядь, выебать. Я тебя хочу выебать, женщина. Давай тогда я сфоткаю ее найду. Зайка моя. Блядь, слышу, вот зайка под 10 нахуй. Любовь моя ушла. Помнишь, зайка моя, с которой... блядь, ушла, любовь я моя. Любовь моя, куда ты вышла, блядь? Вот тебе и 12, я готов. Ебать! Поймал. Говно и пасет, блядь. А еще у меня полные камни, блядь, штанов. Да. Давай, скажи всем пока. Пока, чуваки, спасибо, что смотрели. Пока. Пока. Все, пока, ребят. Пока, ребят. Бля, вы хотите угарнуть? Меня это опять, июль 18-го. Меня опять в этот лагерь позвали, блядь. Привет.